Ну вот, костер горит. Можно рассказать об очередных доработках, разработках, в частности, тесака. Вот я сделал тесак, двухручный тесак, длиной 53 сантиметра, масса 600 грамм, под две руки, плавный переход, носок оставляю прямой, заточен односторонне, чтобы использовать как лопату саперную, а здесь двухсторонняя заточка и этот маленький скос. Ну, обязательно я вот конец рукоятки заканчиваю вот таким вот этим уголком 45 градусов небольшим, и у нас получается ручка как в шашке казацкой или там топорик фискарс, тоже такой же штукой у нас заканчивается, из руки не вылетит. Ну вот плавная такая вот линия, вот так вот можно строгать. Как ножом. Никаких проблем. Ну, поскольку у нас вот эта часть остается прямой, а не заостряется с двух сторон, как треугольник, здесь больше масса, и удар получается более прикладистый. И как лопатку использовать. Вот сейчас для примера срубим сушину. Сушина. Вот. Можно рубить двух рук. Так вот, где-то получается у нас вот такой вот